Привет! Порой на приготовление у нас совсем мало времени, и мы рассчитываем на то, что есть в холодильнике. В такие моменты нас выручает запеканка. Сегодня я приготовлю овощную запеканку с курицей. Продукты вы видите на экране и под видео. Итак, приступим. Баклажаны порежем дольками. Зальем холодной водой, немного посолим. Поставим под пресс и оставим минут на 20. Куриное филе порежем на небольшие кусочки. Лук полукольцами. Сыр кубиками. А помидорки напополам. Обжарим баклажаны в небольшом количестве растительного масла до того, как они подрумянятся. Дно формы смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки курицы. Выдавим чеснок. Немного посолим, добавим сбор приправ для мяса и поперчим. Сверху выкладываем лук, затем баклажаны, сыр и помидоры. К яйцам добавим майонез, немного посолим и поперчим и все это взобьем. Зальем овощи яичной смесью и выпекаем минут 30-40 при 180 градусах. Украсим зеленью и будем подавать к столу. Приятного вам аппетита! Спасибо, что смотрите наш канал. Делитесь видео с друзьями и не забывайте ставить лайк. Пока-пока!